Привет, с вами Андрей, и сегодня я вам расскажу об очень интересной садовой технике. Это садовый измельчитель Deo DSR 2700E. Итак, посмотрим, что же это за прибор. Начинаем сборку. Для начала поставим колеса. Это, наверное, самое сложное. Но зато обратите внимание, какой он компактный. Прежде всего, в комплекте находится ось, которую мы должны поставить. Потом надо поставить колеса. Чтобы поставить колеса, надо снять вот этот декоративный колпачок. Снимаем сразу с двух. Берем колесо, одеваем на ось, затягиваем гайку. Гайка здесь самоконтрящаяся. Сильно затягивать не надо, чтобы колеса крутились. Подтягиваем ключом, ставим колпак. Также ставим на второе колесо, ставим второй колпак. Ну вот, колеса готовы. Ну вот такой измельчитель у нас получился, осталось поставить контейнер. Контейнер ставится по пазам, здесь надежный фиксатор. Все, можно начинать работать. Интересно, а как же устроен сам этот аппарат? Как он режет? Давайте посмотрим. Ножи находятся на металлическом основании. Также в комплекте идет еще два ножа, которые вы поменяете, если эти затупятся, а те потом заточите. Также находится ключ для замены ножей. В принципе, все ясно. Дальше. Обратите внимание, здесь стоит концевик, который отключает электричество. И никогда, когда открыт вот этот кожух, мотор включаться не будет. Обратите внимание, это для вашей же безопасности. В измельчителе удобное отверстие для загрузки материала. Также в комплекте идет толкатель. А диаметр загружаемых веток до 40 мм. Ну что, а теперь мы используем вот этот измельчитель. Катится, кстати, очень легко, потому что колеса большие. Итак, подключаем. Посмотрим на блок управления. Что здесь есть? Вкл, выкл. Также здесь стоит предохранитель, который спасает двигатель от перегрева и перегрузки. Но это мы покажем чуть попозже. Если мотор остановился, чтобы опять агрегат заработал, надо обязательно нажать на предохранитель. Пробуем включать.
Ну вот вы видели, проверили нагрузку, как останавливается, если вы засунули туда что-то очень большое и тяжелое. Посмотрим, какая фракция у нас получилась. А вот она. Вот она. А так как у нас здесь порода деревьев все косточковые, я так думаю, что это будут прекрасные опилки для коптильни. Но также получилась неплохая мульча. Хочу сказать, что при открытом кожухе мотор у вас не включается. Вот вы видите. Но все равно рекомендую, если вам надо что-то убрать отсюда, обязательно выключайте прибор из розетки. Вот здесь у меня остались небольшие веточки. В принципе, я все убрал. Закрываем кожух. Большой плюс этого измельчителя – отсутствие выхлопных газов, большой контейнер, а также разборная конструкция, которая удобна для хранения. Нужный аппарат в хозяйстве обязательно вам пригодится. С вами был Андрей. До новых встреч!